Индия – это особое государство, манящее своей экзотикой и самобытностью. В далекой древности о нем ходили легенды, а сувениры, привезенные из этой страны, были предметом роскоши. Но брещанам, чтобы встретиться с культурой Индии и приобрести уникальные товары, не нужно преодолевать огромное расстояние. Настоящий индийский базар развернулся на третьем этаже торгового центра «Адидас Персия». Здесь представлены эксклюзивные вещи, продукты и сувениры по удивительно выгодным ценам. Многие предметы – настоящие произведения искусства, сделанные золотыми руками умельцев и содержащие частицу их души. Люди Беларуси очень любят Индию. Это я живу 27 лет, я вижу то, что ни одного человека за 27 лет не видел и не нашел, который меня не любил. Если меня любят, значит Индия, они уважают Индию. И очень честный контакт, очень хороший контакт между Индией и Беларусью. Мы привезли, мы поняли, то, что все мир сегодняшнее трудное время проходит финансовое. Зато мы конкретно привезли тот товар, который сегодняшний нужно людям. То, что самое главное, то, что сам прямо производитель продавал покупателю. То, что дешевый товар был. И качество, само собой, то, что Беларусь никак без качества не пройдет. Внести немного индийского стиля в дизайн любой квартиры помогут сувениры и интерьерные аксессуары, вазы, статуэтки, эксклюзивные предметы домашней утвари. Во всем мире ценится индийский хлопок и шерсть. В ярком разнообразии уникальных расцветок каждый найдет себе платок или палантин по душе. Удивительная роскошь в павильонах с украшениями, серьги из драгоценных металлов, жемчужные ожерелья и колье из самоцветов станут изысканным подарком для любимых женщин. Я сам с города Минска вообще-то. Приехали, получилось так, что выставка открылась. И я думаю, это будет интересно и брещанам. И даже если такие выставки будут проходить в других городах, я думаю, это тоже будет интересно. А как оцениваете ассортимент товара? Честно, пока только зашел, глазами, восточными сладостями и подарками дочки, а еще остальное не успела обойти. На выставке представлена очень интересная индийская мебель ручной работы из массива деревьев ценных пород. Столы и стулья, сундучки и комоды с элементами резьбы и росписи с годами могут стать настоящей семейной реликвией. Что главное на индийской мебель, это розовое дерево. И все ручная работа. Вот это забивается бронза внутри конкретно на этого мебеля. И каждая штука, мебель, почти по месяц, по полтора месяца готовит человек. Также здесь представлен большой выбор текстиля для дома. Шторы, покрывала, ковры и многое другое. Неповторимая цветовая гамма, узнаваемые индийские мотивы и, конечно же, натуральные ткани и наполнители. Интересно вписался в коллекцию индийских товаров ивановский текстиль. Эта продукция славится высоким качеством, красотой принтов на тканях и низкими ценами. На выставке также можно приобрести изделия из натурального меха, косметику, аромамасла и парфюмерию, сладости и мед. Но то, что здесь купить нельзя, это несравнимая ни с чем атмосфера, насыщенная особым колоритом. Ощутить экзотику Востока можно будет до 18 декабря в торговом центре «Дидас Персия».